Всем привет, друзья! Сегодня у нас небольшое пополнение за недельку. Прикупил себе Украины 10 гривен. Вот такие вот. Сразу взял все. Сколько их там? 9 штук вышло 2020 года. Монетка. Я уже как-то себе покупал их, но на обмен ушли. Мне нужны были монеты, которые были мужчины. И в итоге я отдал свою Украину ему. Так, решил вот прикупить. Привлекаю тем, что крупные. Довольно интересный дизайн. Плюс недорогие. Цена всегда стоит, наверное, на первом месте. Ой, пало. Так. Вот такие вот. Заметил, что сейчас все дорожает. Очень даже сильно стало дорожать. Вот такая вот истребитель. И монеты не без исключения. Ценник растет прямо на глазах. Так. Монеты приятные, крупные. Приятно такие в руках держать. Это как советская юбилейка. Ну и, в принципе, дизайн довольно интересный у монеток. Вот, допустим, с этим скразом. Вообще шикарно, мне нравится. Особенно те, которые увлекаются, ну, моделированием, модели собирают. Я думаю, людям такие монетки тоже зайдут. Вот это довольно интересная монетка с фениксом, типа. Так, ну и последняя монетка, перевернутая. Интересная монета, интересный дизайн. Так, а вот это брак, что ли? А нет, показалось. Так, новинку прикупил. 21 год, все, серия закончилась. Парки США, 25 центов. Вот такая вот. В ближайшее время сделаю обзорчик на нее. Потом так, вот еще новиночка прошлогодняя, не получилось в прошлом году ее приобрести, тоже интересная монетка, $1, тоже думаю сделаю обзорчик. Цены, кстати, на доллары резко вверх поползли, раньше были по 140, сейчас уже по 200, что-то как-то что-то не то. Вот тоже 21 года, вроде как новиночка. Флаг и афроамериканцы. Ну, тоже в ближайшее время сделаю обзор. Потому что я как бы новинку купил, но сам про монетку еще толком ничего не знаю. Вот такое у вас небольшое пополнение за эту неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.